Всем привет! Ты смотришь «Ну, такие новости». С тобой Гульназ. Поехали! В пятницу поздно вечером в Казани был слышен грохот, а потом яркая вспышка на территории промзоны на улице Адели Кутуе, что изрядно напугало жителей советского района. Но мы можем выдохнуть спокойно. Глава МЧС по Татарстану опроверг распространившиеся сообщения о взрыве. Как выяснилось, из-за неисправности двигателя автомобиля Ford Transit произошла вспышка. Дальнейшее выгорение не последовало. У автомобиля повреждены капот и фары. Пострадавших нет. В 23 часа подразделением пожарной охраны дан отбой. А вот под Казанью в одном из районов школьники забились на стрелку за лицеем. Толпа 8-х и 9-х классов пошли на поле и начали драться. Что не поделили, неизвестно. Может, очередь столовой? Но, как сообщают местные, это уже не первый подобный случай. Следующее видео можно назвать как «Палач вейпов». Хотя так себя назвал и сам трудовик в школе, который с помощью молотка жестоко разобрался с электронной дудкой ученика. Редкая зараза штука. Как считаете, правильно преподаватель поступил? Свое мнение напишите в комментариях. Аномальное тепло охватило русскую равнину. Такую погоду и осенью ты не назовешь. Настоящее лето. Поэтому к нам из пустыни вернулись верблюды. Да-да, под Альметьевском заметили Горбатого, который шел по трассе и кушал траву. Чего только не встретишь в нефтяной столице. То елки снимают, то еще что-то происходит. Кстати, о фильмах. «Чебурашка 2» выйдет в кинотеатрах 1 января 2026 года. В продолжении также появятся новые персонажи. Осталось потерпеть еще 2 года. Подождем. Строительство первой платной автодороги Алексеевск-Альметьевск планируют завершить в 2024 году, а запустить движение по ней и принимать оплату на год позднее. По новой трассе проезд от точки А до точки Б будет занимать 1,5 часа. Увы. Но река Казанка в Татарстане продолжает мелеть. Жители города уже гуляют там, где раньше все было заполнено водой. Но надеемся, что ситуация исправится. А то что-то даже грустно стало. С вами была Гульназ. Ну, такие новости. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик для уведомлений. Этот колокольчик он там. Да, там. Блин, это ВКонтакте, да, колокольчик, или где-то в Инсте сверху, да? Ну ладно.